Своевременное обследование помогает предотвратить развитие опасных заболеваний. Важность диспансеризации обсудили в поликлинике номер 7 в Химках. Также на встрече с персоналом медучреждения в рамках проекта «Здоровое будущее партии «Единая Россия» рассказали о программах поддержки медицинского персонала. Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы привлечь как можно больше населения к нам в поликлинике на Левом берегу для прохождения диспансеризации или диспансерного наблюдения. С этого года мы принимаем всех жителей Российской Федерации с 18 лет. Кабинет у нас работает с 8 утра до 5, до 6 вечера. За первый месяц 2024 года уже 7 тысяч химчан прошли диспансеризацию. Обследоваться рекомендуют один раз в 3 года. Записаться можно через единый номер 122 на портале госуслуг или лично в регистратуре поликлиники. Чтобы пройти диспансеризацию, жителям Химок необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.